Мы буквально в этом году добавляем на площадку МФЦ еще 94 областные услуги. То есть мы фактически увеличиваем количество услуг, которые предоставляются в сети МФЦ города Волгодонска, со 160 до 250 услуг. И, естественно, увеличение количества услуг, расширение количества услуг, предоставление на площадке МФЦ таких востребованных услуг федеральных органов власти, как Росреестр, миграционная служба, пенсионный фонд, фонд социального страхования. Это большие объемы услуг. Естественно, требует и расширения сетки многофункциональных центров. Поэтому решение задачи шаговой доступности, комфортной среды, которую ставит перед нами губернатор, сегодня на решение этой задачи направлено открытие нового офиса МФЦ в городе Волгодонске.